Приветствую вас, друзья, в этом небольшом видео, в котором я хочу вам рассказать о генераторах паролей. Генератор паролей – это онлайн-генераторы, которые помогают вам создать пароли. То есть, чтобы вы не выдумывали там сами, а зашли сюда и сразу могли создать свой пароль. Значит, есть встроенный генератор паролей в программу KeePass, о которой мы говорили в предыдущих видео. Там есть он встроенный, и также есть онлайн-сервисы, которые генерируют пароли. Значит, все, здесь очень просто все. Вот он, один из онлайн-сервисов, я ссылки дам на них. Здесь он генерирует пароли. Вот вы зашли сюда, здесь выбираете настройки генератора, цифры, прописные буквы, строчные буквы. Также можете поставить галочку спецсимволы, но не везде они принимаются, поэтому не обязательно. Здесь длина пароля, можете поставить, допустим, 15 символов. И нажимаем создать пароль. И вот ваши сгенерированные пароли. Вы любой берете, копируете и вставляете в поля регистрации на любом сайте, где вы регистрируетесь в данный момент, куда, собственно, вам нужен этот пароль. Видите, они достаточно сложные, здесь большие, маленькие буквы и так далее. Также есть вот такой генератор паролей. Здесь мы просто бегунок двигаем, сколько символов. Вот здесь видите максимальный 16 символов. И здесь также можно поставить использовать цифры. Ставим или не ставим специальные символы. Нажимаем сгенерировать. И вот нам генерируется пароль. Не нравится, нажимаем еще раз. И у нас вот такой пароль. Такой еще сервис. И третий сервис, который хочу вам показать. Вот генератор паролей. Опять же, здесь выбираем длину 20 символов. Также выбираем цифры, строчные буквы, заглавные, спецсимволы. Опять же, ставим или не ставим. И нажимаем сгенерировать пароль. И вот у нас генерируются всевозможные пароли. Вот три сервиса. Ссылки будут в описании. И, как видите, найти генератор паролей очень легко. И, собственно, очень просто ими пользоваться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями в соцсетях. До встречи в следующих видео. Пока!